Кэтрин Оуэн рассказывает, что самарский друг привез ее на бульвар юных пионеров, чтобы поведать о знаменитых самарских предприятиях, представленных здесь в виде памятных стел. Затем случайное знакомство с компанией молодых людей, предложение вместе расклеивать постеры, которые Кэтрин приняла за рекламные, и арест сотрудниками вневедомственной охраны. Сразу появились полиция, и люди кричали: «Беги! Бегите!» И я испугалась, и я тоже бегала. Вместе с Кэтрин был задержан уроженец Клявлинского района Самарской области. У них изъято 11 листовок. В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 4.20 закона Самарской области номер 115 ГД. Проверка установила, что правил пребывания на территории России Кэтрин Оуэн не нарушила, поэтому депортировать девушку не стали. Впрочем, Самару она уже покинула по собственному желанию.